В Лауцессе. Итак, в Лауцессе первый Энгельгард пришел в 1630-х годах. Он получил право на имение здесь именно, в Лауцессе. И получил он это право, во всяком случае исторически, от самого герцога Якова Курлянского. Ну, того самого знаменитого, у которого были две колонии за морем. Это остров Табага и остров... Это остров Табага, это Карибское море. И остров Святого Андрея в устье Гамбии. Так. Ой-ой-ой. Еще плечо болит. Так, идем спасать. Не просто курица. А с именем, да, вот. Да, конечно. Нужно порядок просто навести, чтобы все привести. И каждый имеет свое предназначение. Одни, значит, обрабатывали доски для пола, другими, может быть, более какие-то тонкие работы нужно было выполнять. Ну, разные тут разметки. Вот с этим, конечно, обрабатывали большие доски, скажем, там для пола, для стен можно было обрабатывать. Ну, вот, серьезные такие аппараты. Цедилка ульмановских времен, довоенная, фирменная. На ней даже есть название фирмы FM. Ну, не знаю, фирма ли это или что, но без такого аппарата очень трудно было перецеживать особенно большое количество молока. А у всех крестьян обычно было не одна-две, а 3-4 коровы. Ну, это потомственное, оставшееся еще с довоенных времен, когда пекли свой хлеб. В магазинах хлеб не покупали, а всегда каждый хозяин пек свой, как он умел. Это не средневековый меч деревянный, а им чехрали лен, то есть приводили в такой божеский вид, чтобы его потом использовать для дальнейшей обработки. Фрагмент ткацкого станка. Ну, он, очевидно, здесь весь, но только в разобранном виде. Ткали и простыни, и одеяло латгальского узора. Ну, в общем, без него нормальный крестьянский дом никак не мог обойтись. Так, ну вот эта кровать более чем 100 лет ей. Это такой фасон николаевских времен. На них, ну, это фирменная считалась кровать. Такие колоды-долбленки. Их использовали для разных целей. В них хранили и соль даже, ну и многие там вещи могли складывать на хранение. Ну, естественно, что их приготовить было не так просто, надо было найти дерево и выдолбить еще, но это все природное. Кстати, надо посмотреть, какой уровень, насколько он упал. Так, ну вот баня, которая была встроена для трех целей. Это помыться, это коптить мясо и варить пиво. Хмель растет природным способом. И он рассеивается сам. Ну, можно его, конечно, посеять куда-то, если ты хочешь. Берешь семена, головки хмеля и рассеиваешь. Но он любит определенную землю. Ну, это топяк, трясина, полметра торфа, это может все затянуть. Длинными сапогами еще можно как-то пытаться. Ну, а слабо хоть немножко перелезть? Можно попытаться. Вот. А дальше уже, ой-ой-ой. Дальше нужны сапоги. И вот эти вот канавки, это все бобр прорыл. Это работа бобра.
Ну, этот самый большой дуб волости. Теоретически он может помнить времена Ливонского ордена. Можем получить порцию адреналина. Это делается так. Так, с Божьей помощью. Поехали. Гимн Пурланда. Мазбитева нова динис, беди жени туреяс. Мазбитева нова динис, беди жени туреяс. Беди жени туреяс. Visiem labi, visiem labi, mana tevo zemite. Visiem labi, visiem labi, mana tevo zemite. Mana tevo zemite. Сейчас мы идем к мостику, к первому мостику, а вообще сейчас идем по земляному мосту. У нас всего 5 деревянных мостов. Ну, это средний мостик, так называемый средний мостик. Бревна таскали мы по-разному. И при помощи трактора, и при помощи коней тоже. Вязы, они очень чувствительны к разного рода к природным явлениям. Он может сгнить буквально за один сезон. Ну вот это действительно старожил. Это самое первое здесь вязовое дерево, которое у нас в этом лесопарке нашем. Этот вяз интересен тем, что он 12-гранный. И еще что у него есть, вот такая плачущая сердцевина, такая как шоколадного цвета, текущая. Ну вот это характерное для вязов есть. У других деревьев я этого не замечал. Ну и вот еще один мостик. Это такой узкий мостик. Это один из последних, который мы строили. Вот это наш самый старый мостик, который мы первый поставили. Бревна притащили при помощи коня. Ну и вот... Им мы и радовались, переходя через вот это природное препятствие. Давай, тут сыграть что-нибудь не умеешь. Из X-файлов. Это не X-файлы, сериал был, музыка там.